Привет, с вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовим блины на молоке. Блины на молоке – это отличный завтрак для всей семьи. Рецепт проверенный, все получается очень вкусно. По такому рецепту блины у вас точно получится. Для приготовления нам понадобится яйца, молоко, растительное масло, щепотка соли, мука, сахар и экстракт ванили. Экстракт ванили – это по желанию. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Ингредиенты для приготовления блинов должны быть комнатной температуры. Молоко для блинов должно быть теплое, поэтому я его ставлю в микроволновую печь на 1 минуту. В миску отправляю 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1/2 чайной ложечки соли, 1 столовую ложку экстракта ванили, мы любим с ванилью, и немного все перемешиваем. Так, яйца с сахаром мы взбили и добавляем где-то 1/2 молока. Я это делаю на глаз. Все молоко сразу не добавляйте, так нам будет легче перемешивать. Так примерно. И теперь просеиваем муку. У меня 250 грамм. Молока у меня 550 миллилитров. Я добавила 1/2 и оставшуюся 1/2 будем добавлять позже. И теперь все с помощью венчика хорошо тщательно перемешиваем до однородного состояния, чтобы не было никаких комочков. В небольшом количестве молока легче перемешать, чем если бы мы сразу налили все молоко. Вот прямо если видите комочки, то нужно хорошо их разбить венчиком. Ну вот я вижу, что тесто уже хорошо перемешалось, нет никаких комочков, и добавляю оставшееся молоко. И еще раз хорошо, тщательно все перемешиваю. Вот видите, как все легко перемешалось, потому что заранее мы уже все хорошо перемешали и добавили оставшееся молоко. Вот так перемешивать намного легче, это такой небольшой секрет. Возьмите себе на заметку, попробуйте. И добавляем в самом конце 40 мл растительного масла, это примерно 4 столовые ложки. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным маслом. Сейчас я вам покажу консистенцию, которая должна у вас получиться. Вот такая, смотрите. Очень однородная, гладкая. Посмотрите, ни одного комочка. Теперь мы будем обжаривать наши блины. Промазываю сковороду маслом. Диаметр моей сковороды 22 сантиметра. Когда наша сковорода хорошо разогрелась, уменьшаем огонь. Делаем огонь немного меньше среднего. Берем неполный половник теста и выливаем его на сковородку. И вот так вот немного ее поворачиваем, чтобы все тесто хорошо равномерно распределилось по всей сковороде. И оставляем обжариваться. Когда вы видите, что блинчик схватился, его уже можно перевернуть, переворачиваем его на другую сторону и продолжаем обжаривать. Добавляем растительное масло в начале, потом уже смазывать растительным маслом сковородку больше не надо, так как в тесто мы тоже добавляли растительное масло. Готовый блинчик перекладываем на блюдо. Посмотрите, какая красота! Я уже не дождусь, когда мы их будем кушать. И то же самое проделываем с оставшимся тестом. Блинчики, приготовленные по такому рецепту, получаются очень эластичные. Посмотрите, не рвутся, ничего. В них можно легко добавить любую начинку и нафаршировать. Можно просто завернуть либо в треугольничек, либо в трубочку вот так, либо просто оставить так. Все на ваш вкус. Если видео вам понравилось, лучшая награда для меня – это лайк, поделитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.